Как же приятно окунуться в прошлое, в детство. В 92 по 94 год мы смотрели на голубых экранах любимый сериал «Элен и ребята», французский. Это было беззаботное детство. Кому 25, 30, 35 и больше, меня поймут. Да, ребятки, это «Элен и ребята», это та блондинка обезбашенная, тот великолепный безбашенный французский сериал. А ведь Элен уже полтинник. Да, этой бабенцы уже полтос, даже больше, 55. Уже старуха, да, что там говорить. А Патрик Пидюба, что они вытворяли. Режиссер Жак Самин, Жерар, в общем, было много режиссеров. И сценарии тоже написали многие из них. Премьера в России состоялась 3 октября 1994, премьера в мире 11 мая 1992. Время одной серии было 23 минуты, но за эти 23 минуты ты просто погружался в эти любовные тайны Элен и ее пацанят. Элен Ролле, Патрик Пьюдюба, Рошель Дертфельд, многие даже не вспомнят, кто это такие. Но как же забыть Элен Роле? А эти наклейки 90-х, помните, в жвачках, когда мы еще клеили? Да куда угодно! Или даже собирали наши сестрички. Такие же маленькие эти наклейки Элен и ребята. Это было чудесное время, согласитесь, 90-е. О жизни французских студентов, которые учатся, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. В общем, все как у нормальной молодежи. 7 баллов? Да, именно так, друзья. Посмотрите этот прекрасный сериал или пересмотрите. Да сейчас, может быть, это смотрится наивно, но в то время, когда мы были маленькими, сериал просто был волшебным. Ностальгия? Да, друзья. Давайте ностальгировать вместе. Лайки, дизлайки, подписки. Яндекс.Зен обязателен. Французские комедии и сериалы великолепные. Welcome back.